Всем привет, сегодня в Schoolboy будем проверять разные места для пряток от родителей. Давайте стартовать. Но возьмем, конечно, не челлендж для начала. Давайте нормально. И выбираем день. Стартуем. Погнали! Будем проверять места, которые советовали вы. И также проверим какие-нибудь новые места. У нас сегодня эксперимент. Где же можно прятаться от родителей? Так, ну для начала нам нужно пошуметь чем-то. Но можем, кстати, музыкой. Первое место проверим от вас. Вы советовали сесть в этот угол. Но кто-то из вас советовал выдвигать полочки, открывать дверцу. Кто-то полочки не советовал выдвигать. И вы говорите, что меня родители могут не заметить, даже если будут проверять данный шкаф. И давайте вырубим музыку и выключим. Сразу вырубим. Режим сна и за шкаф. Это уже по вашему свету. Сначала будем прижиматься к правому углу. Потом в тот угол встанем. Смотрите. Уже погоня. Подлец, куда делся? Уже погоня. Для начала проверяем с выдвинутыми полочками. Чё сидишь? Давай, помогай искать сына. Этот паразит опять где-то прячется. Сейчас проверим, будут ли они шкафы проверять вообще в нашей комнате. Отец вышел на улицу. Прячься, прячься, рано или поздно найду тебя. О, и мама на улице тоже. Алло! Также, кстати, проверим, можно ли прятаться в кусте, который находится сразу за кухней на улице. Признавайся, где прячешься. Получается, если мы в следующий раз нашумим, они сразу же побегут. Так все, уже успокоились. Но сюда даже не заходили. Наша дверь закрыта. Давайте комп даже не ставить на спящий режим. И вот так. Вот зараза! То есть мы в комнате, точно. Так, мы же точно в комнате. Они успокоились как будто бы. Боже! Ну! Слышите? Отец болеет, что? Это глюк такой или нет? В смысле? А мама на кухне? А ну да, иди конечно. Сюда! Так нечестно. Нет, так нечестно, не-не. Это не проверка. Давай вперед и с песней, да. Также, чтобы судя, проверим, можно сидеть за стулом, когда нас ищут. Пока что моем полы. Теперь эти наши проказы забудутся после уборки. Уходим. Во, теперь отец придет искать. В том же углу сидим. У нас сегодня проверка разных мест, где можно прятаться от родителей. Ты к нам-то зайдешь вообще или нет? Мы даже этого не видим. Эй, а ты куда делся? Значит, зашел, раз посмотрел. Давай бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! А уже как будто бы не ищут даже. Но музыка-то продолжает играть. Мама с тобой бегает. Давай, 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 давай! А, отец уже болеет. И где-то мама. То есть я могу в дверь выйти? Вот так? И просто выйти в дверь, представляете себе? И просто здесь погулять. Ну-ка, собака. Не буду я стоять. К себе. Туда же успеть бы. Куда делся? Я сижу. Собака там лает, ползает, смотрите. Собака лает. Мама, похоже, все, нарезает уже. Смотрим. Нарезает точно, все. Отец тут сидит с открытой дверью. Фантастика. Ну-ка, если выключить, заметят? Давай! Кстати, давайте сейчас сядем, попробуем за стул. Включаем и за стул. Вот так. За стулом. А ну иди сюда! Видимо, сразу знала, где я. Ей показывается моя локация. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Сейчас снова сядем за стул. Шкаф очень хорошо работает. Ни разу там меня еще не ловили. Сейчас попробуем залезть в самый дальний угол. Также выдвинув полочки и открыв дверцу. Выдвинем полочки, откроем дверцу и сядем уже в этот угол, в самый дальний. Чтобы нам хоть что-то было видно. Ну, да, давайте плей. Пауза и отходим. Какого хрена? Во, вот так будем. Кстати, неплохая превьюшка, да? Она показательная. Мы сидим, прячемся где-то. Галя! Ну, по крайней мере, он меня уже не увидел. Где-то! Ему сообщение написали. Дай только знать, где ты находишься. Сообщение написали, делал.
Нам бы посмотреть сегодня, как они открывают данный шкафчик. И нас там не находят. Все, полное спокойствие. Еще раз включаем. Наша дверь закрыта. Раз, два, назад. А, бубнит, что? Это жесть. Ты мелкий засранец. Иди назад. Сидим. О, гад! Он сюда забегал. Пойду проверю телефон. Это что за чудо? О, гад! Беги, 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 беги. Сел. О, гад! Пойду проверю телефон. Он так запрограммирован, что должен дочитать, смотрите. Ну-ка, реально пошел читать? Да, вот зашел. Ну-ка, давайте сейчас попробуем просто к нему зайти. На какое расстояние можно подходить, чтобы он не заметил? Вообще вплотную, что ли? А ну поползи! А, ну понятно. Какого хрена? Открытая дверца и сидим в дальнем углу. Наши ноги теперь уже видно. Галя! Давай нам прячется! Паразит! Так забегай, я хочу посмотреть, как они этот шкаф открывают. Йоу, заметила. Шкаф. Слышали? Давай, в шкафу сидишь, хотел сказать. В песни, да чтобы... Получается, с выдвинутыми полочками лучше, да ведь? Ну давайте выдвинем. Сейчас опять музыка. Что это было? И также сидим в дальнем углу. Ух ты, подлец! Куда делся? Ой-ой-ой, вот она стоит, вот она. Вот она. Ах, ты ее прям затирает как будто. Она подошла вплотную ко мне, даже может здесь сидеть. Че сидишь? Давай, помогай искать сына, этот паразит опять где-то... Мама за помощью обратилась к отцу. И назад. Ах ты, паразит! А ну иди да сюда! Она заметила, потому что... Ой, я там отца видел через стенку. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Давайте напрячьтесь, чтобы было виднее. Мусорный сканер. Мы сканируем мусор и сразу убираем. Веточки, листья. Кстати, все листья как будто бы уменьшены. Кстати, а что если нам стоять просто в шкафу? То есть мы эту дверцу откроем также и залезем уже в шкаф. Только чем шуметь? Мы такие раз. Не, мы сюда легко залезем. И вот так раз, все, мы уже сидели в шкафу. А, ну нет, тут не пролезть из одежды. Только если так. Да, можно не успеть, в принципе. Ну хотя, вот с приседом успеваем. Раз, да, с приседом очень быстро. А тогда музыку не выключаем. И все сразу сюда. Это еще что за шум? Раз, два, все, мы в шкафу. Наш сын прячется где-то! Ждем, ждем, ждем. Кстати, а если полочки выдвинуты, может они подойти не смогут? Йоу! Ты что, совсем тупой? Это было неожиданно в сцене, открытая дверца. Супер. За шкафом очень хорошее место. Шуметь-то особо нечем. Да, мы с вами полочки выдвинем и залезем в шкаф. Может они даже подойти не смогут? Под стол нельзя. Кстати, а на стол? А, так они, может, на столе даже не ловят? Вот так, может, не ловят? Пробуем. Все, просто стоим на стуле. Прям у грамот. Грамота за лучшие прятки от родителей. Надеюсь, я ничего не забыл. Там шкаф открыт. Не, заметила прям Лизи. Вот так, смотрите, прям в наглую. Две полки ей помешают или нет? Гена! Давай, вот мама стоит, вот. На помощь! Вот она стоит. Наш сын куда-то делся! Куда-то делся, говорит. Вы видите эту руку? Вы это видите? Вы это видели? Тук-тук-тук! Как вам такой прикол? Кто в шкафчике сидит? Не превьюшка ли? Это что вообще такое было? Мама даже знала, что я здесь. Это что такое? А если музыку выключить, то есть мы, получается, дадим понять, что мы здесь? Давайся, где прячешься? Не, мы же дали понять, что музыка-то выключена. Выходи!
Я ранее пробовал при прохождениях прятаться в этот шкаф. Меня здесь ловили. Но я никогда не оставлял полочки мне выдвинутыми. Показалось, или я что-то слышал? Ой. И дверь закрываем. Галя! Открываем наш и закрываем. Прячься. Открываем. Негодя! Ладно, как только маму увидим, закроем дверь. А ну стоять! Закрылись, видите, закрылись. Вот рука. Ес, он уже на кровати. Вот он, отец. А, попался! Не открывайтесь просто. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Листики, смотрите, кленовый лист очень маленький. Это вообще непонятно какой. Маленькие листики, они больше. Кленовый же больше. Я сказал, беги! Еще в этом кусте будем пробовать прятаться. Потому что мы же в кустах можем прятаться. О, кстати, еще куст у собаки есть. Давай, если давай, засядем, быстрее! Возможно, в кусте нас не будет видно. Это тоже проверим. За машиной бесполезно. Это открытое место. Нам можно даже против часовой бегать, оказывается. Ни разу так не пробовал. Какого света? О, уже мама. Упс. Полочку тоже выдвигаем на всякий случай. Показываемся. Вот, смотрите, мы же прям показываемся. Мама, привет. Закрываемся. Вот она, вот она, вот она. Ну-ка, если левую открыть. Вот, мама. На. Во-во-во, открывай. Мама, я здесь. Да ты куда убежал? Нет. Она же знала, что я здесь. Признавайся, где прячешься. Да как это? Не понял, что за шум? Да, по центру. Все, изи. Задвигаем. И папе показываемся, желательно. Как-нибудь так. Потом лишь закроемся. Вот, я прям себя показываю. Проверяем, полочки влияют или нет. Я здесь. А ну стоять! Да, можно, можно, можно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я себя куда дальше. В шкафу вот, сидишь, вот отец, да? Вот отец, смотрите, бак. Попался! А, ну конечно. Он открыл. Давай бегом вокруг дома. Вы видели, три меня круга, начал поднимать побежал. Просто. Закроемся. Да я тут закрою. Мам, привет. Открываемся. Да в смысле, куда ты? Йо, я выдал себя. Вот, видите, что он делает? Он нас вытолкал почти. Вот. Попался! Отец ловит. Возможно, опять-таки из-за полок. Давай быстро, 20 прис... Не, быстро не сделаешь. Чтобы попасть отцу, нужно дверь, получается, оставить открытой. И дождаться, чтобы он пошел в туалет. Где? Так, ладно. Тогда свет ему врубим. Йо. Надо идем, быстрей. Залезай. Успел. Все, все отлично. Я точно закрывал эту дверь. С полочками теперь. Смотрим. Сейчас ты у меня ремня мешают получишь. Ли они ему или нет? А ну стоять! Хопа. Смотрите, полки. Вот теперь их не задвигаем обратно. В шкафу сидишь, да? Попался! Отец ловит, понятно. Шкаф не очень надежен. Давай бегом вокруг дома. Если вы себя не показываете, то надежно. Теперь попробуем сделать дымовую завесу и прятаться в кустах, допустим. Способ, чтобы незаметно свалить из дома. Надо позвонить. Мама пока что не злится. Иду, иду. Сидим в этом закутке. Это тоже, кстати, некое место спасения. Но ненадолго, на обратном пути вас заметят. Все, можно дергаться. Нужно устроить дымовую завесу. Ждем орел дымный, он есть, все. Кстати, давайте теперь проверим вот что. Мы просто сядем за стул. Что я хотел сделать. А, давайте за первый. Куда ты пинаешь? Вот так прям. Мама же не знает, что нас нужно искать. Ага! В смысле, ага. А, то есть ой, меня было видно блин. Издали. Ой, блин, сколько дыма, слышали? Давай, вперед из песни, да чтобы окно пол закрыто блестел. Все еще. Окно будет открыто. И нам надо как-то нашкодить. В смысле? Пар только сейчас ушел? Так реалистично сделали? Мы спровоцировали начало сквозняка. Так, теперь вот что делаем. Вот так, если можно. Я нажал. Мы пока в кусте. Все, вот сейчас точно в кусте. Ждем, чтобы вы через нас прям пробежали. Но, возможно, будем проверять не один раз, потому что я могу сидеть нечетко в кусте.
О, бежит, бежит, бежит. Видит. Ладно, еще раз пробуем. И в куст. Она на меня вообще смотрит так-то. Она говорит, кто-то прошел мимо. То есть сразу меня заметила. Этот куст не спасает. Сейчас сядем рядом с собакой. Над потолком появится орел. Смотрите внимательно. Сейчас дымный орел. Все, появился. Нажать и пойти быстрее. Есть, получилось. Все. Теперь в куст. Кстати, это большой куст. Все, сидим в кусте. Йогу, как сидит. Собака, кстати, не сдает. Даже кормить не нужно. Мама выходит. Это что такое? В смысле, меня здесь не видно? Такого-то я не проверял. Значит, обратно пойдет. Смотрите, можно спокойненько в дверь зайти. Будем чай пить с конфетами. С конфетами. И уже не злится, кстати. Вот проверка сейчас, она же на меня пойдет. В этом кусте можно сидеть. Это супер. Мама, привет. Стоять! А так, побежали. Давай, вперед. Шипит песни, телевизор. Чтобы пол блестел. Вот я реально сижу в кусте, не замечает. Дальше пошла. Похоже, будет через кухню заходить. Андрюшка! Мы такие эксклюзивные кадры видим. И это при игре без читов. Она прям на меня же шла несколько раз. Не, за мамой так не зайдешь. Все, теперь мы с вами покажемся папе, и нужно быстро будет вернуться к кусту. А, давайте издали тогда, вот так. Во. Все, и теперь в куст. Как-то так. Ой, он сразу к кусту бежит. А, нет, не к кусту. Совпадение. Он меня тут не видит. Он прям в кусте не видит, ура. И можно зайти обратно. Даже можете спокойно домой зайти. Ну-ка, давайте вперед немножко. Вот так прямо. Чтоб все повиднее было. Но сейчас, возможно, заметит, я прям вообще из куста вылез. А если так? Понятно, догоняет. Я вылез из куста. Нет. Попал! У холодильника сидим, можно ли спастись? Временно. Ой, блин, сколько дым, мама прям через дым идет, видели? Она шла и смотрела давай, на меня. Давай, вперед из песни, а если бы мы здесь, допустим, сидели? Нужно сразу в куст. А давайте прямо к забору, получается. Да, прижмемся к забору спиной. К забору спиной вот так. Да, он не видит, он не видит, топ. Он не видит, вы спиной к забору прижимаетесь. Вот это да. Выходи. Немножко вперед. Ах ты пошел. Собака не сдает, главное. Мы, потому что на значительном расстоянии от нее. Куст защищает точно, на экстриме проверено. Выдали себе. Третий раз уже. Теперь переходим уже к вашему комментарию. Вы написали, что есть способ найти учебник за пределами кровати. Чуть ли не в комнате отца. Если, конечно, вы писали про последнюю версию. Где-то вот здесь нужно прижаться. И мы получим учебник. Либо вообще в комнате отца. А, дверь прозрачная. В комнате отца. Вот так. Встал. А ну иди сюда, папа! Да ну нафиг. Что-то не похоже. Чтобы я учил уроки. Это несовместимые вещи. Нам не дают учебник в другом месте. На кровати дают. Вы имели в виду, что у вас триггер кроватный расширился? Но такого что-то я не вижу. Еще дальше пройти. А ну стоять! Попался! Реально. Сколько можно повторять? Так, хорошо. Теперь давайте проследуем в комнату отца. Специально свою дверь не закрываем. Вообще ничего не закрываем. Здесь куда можно залезть? Давай, 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 давай! Так, ладно, здесь никак. Тут явно никак. Можно ли к сейфу залезть по этим полочкам? Сейчас проверим.
и к сейфу. И связь, допустим, закрыть. Нет, не получается. Включаем свет, чтобы было все повиднее. Все, мы почти у сейфа. И вот так сидеть. Опять 25. О, написали. Кому садимся. Нужен-то, а? И просто смотрим на отца. Заметит ли он открытый шкаф? И вообще полочки даже. В смысле? Вообще не замечает. Бубнит. Вот, мы же здесь сидим. Смотрите, думает, что написать. Так. Просто без всевозможных читов, видимо, анимацию. А ну стоять! Попался! Ты что, совсем тупой? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Сидим просто здесь. Вернуться в комнату. Что? А ну иди сюда! Попался! Он как будто странно. Ты что, совсем тупой? Не могу я делать то, что мне не нравится. В этом углу мы, кстати, не пробовали еще. Вот так просто сидеть. Но это очень глупое место. Скорее всего, ловят. Музыка. Какого света? А давайте даже режим сна. Так, это жестко, да? Давай бегом на помощь! Мама даже не повернулась. Наш сын куда-то делся! И открываем. Выходи! Как и хотел. А ну и попался! А ну и попался. Третий раз уже! Наша комната полностью проверена. Но единственный прикол есть, что если вы стоите здесь, то он убежит в другое место, смотрите. Давай! Давай, давай, давай! Вот так можно стоять. Я бегаю на экстриме. А как тогда? Нам его вызвать? Смотрите, здесь стоим. Я точно закрывал эту дверь! Вот стоим здесь прям. Думаешь, твой отец тупой? Я сам сижу, смотрю футбол и ем бутерброды. Вот смотрим футбол. Пока нас ищут. Давайте так и сидеть. Мама поймала за футбол. Третий раз уже! В ванной, конечно, нас шторка спасает. Но кто-то, возможно, не знал. Ну-ка здесь. Но это вряд ли вообще. На мусорку. Вау. Что? На мусорке стоять? Ну вот можете же всегда! Чё так не играете, а? Всё, я пробуем залезть. Да, с двух раз получается. То есть сначала открываете, вас слегка приподнимет. А во второй раз максимально. Нужно срочно вернуться в комнату. А, сразу ловит, понятно. Сколько можно повторять? Мусорка проверена. Ни черта не видно. Тряпку взяли. Ее в стиралку. Пока делаем заготовку. И пытаемся залезть на унитаз. Кстати, вот, быстро. Да быстро можно. Поднимаем себя. Идем боком. Все, мы на стиралке. Теперь нужно запуститься. Все. Стоим даже, смотрите, мы стоим. Но в бочке ничего не видно. Даже откроем. Ах ты! Но не успеем. А ну... Сразу ловит, понятно. Третий раз уже! Я слышал щелчки, то есть мама даже остановила что-то. Сейчас проверим, нас замечают в ванной комнате, если шторка одна открыта. А мы сидим за второй. Вот здесь для начала. Дали ли мы понять, что находились в ванной? Это шум из ванны? Ужас! Нужно срочно вернуться в комнату. Так. Смотрите. Кто включил свет в туалете? А, только свет заметила. Понятно. Ну, держись. Не видит. Блин, нужно срочно вернуться сидим в здесь. Комнату. А, сейчас отец какого убежит, смотрите. Какого хрена дверь открыта? Думаешь, твой отец тупой? Так, все, пошли. Галя, давай на помощь. Наш сын где-то прячется. А, гад! И закрылся, видели? Наш сын просто опять хитмен. И открываем эту шторку. Сидим, та же ситуация. Мама проверила. Просто ты проверила. Ты что, совсем тупой? Сидим уже вот здесь. А, дверь-то надо закрыть. Вылезай, все, застрял. У нас там все закрыто? Наша дверь не закрыта? Прикол. Пришлось бегать.
Сидим на второй половине ванны. Вернуться в комнату. Стой. Смотрите. Шторку заметил. Кто включил свет в туалете? А, свет. Ах ты паразит! Еще и сбежали. Ах ты подлец! Куда делся? Вышла на улицу даже. Вот, покажемся. Покажемся. Привет. Забегаем в ванную. Мы прям показали. Да куда пошла-то? Она прям в саму ванну наступила. Ты что, совсем тупой? Сейчас сделаем еще интереснее. Мы с вами сядем за шторку, которая будет открыта с двух сторон. Самые надежные места — это куст и наша комната. Тряпку в темноте взять можно. Наша комната закрыта. Здесь свет выключаем. Чтоб стиралка просто простирала сама, как будто бы. Все, и сидим именно за той частью, которая закрыта. Шум из ванны? Ну куда? Пас давай! Нужно срочно вернуться в комнату. А, видит, видит. Сразу видит. Это несовместимые вещи. Да, на проводах тоже можно стоять. Где мы еще с вами не проверяли? Если, допустим, стоим здесь, мама заметит. А если у тумбочки? А если выдвинуть полки все? Давайте проверим. Да звон из-за полки. Сейчас выйду. Будем прям на нее смотреть. Давай, 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 давай. Мы спаслись. Давай, давай, давай. Она даже на высокой скорости меня заметила. А что так-то? Она открыла кладовку. Третий раз что? Уже. О, заново, но возьмем режим нормально. Тагло, ну, открой. Снова открыла. Давай вперед и с песней, да чтобы пол блестел. Ах, это закрыто, книги валяются. Ничего себе, такого не видел. Но кладовку она закрыла, возможно открыта. Сейчас проверим, что у нас тут получилось. Ах, ты, книги на месте. Заперто на ключ. Ну-ка, тряпку можно взять? Через щель. Закроемся. И за раковину. Стой! Не, не защищает, но зато глючит камера. Пошел, чтобы ни единой соринки не было. Давайте мы с вами на красивом открытом дворике видео закончим. Сегодня поискали места, где можно прятаться в скулбое от родителей. С вами был Топси. Всем пока.